как сейчас живет бывшая супруга Петросяна Елена Степаненко. Развод между Еленой Степаненко и Евгением Петросяном был невероятно долгим и сложным. Впоследствии им удалось разделить все имущество относительно поровну. А теперь каждый сосредоточился на своей жизни. После развода Елена решила изменить свой образ. Она сбросила более 40 килограммов. Сейчас Степаненко активно следит за своим здоровьем и питанием. Как отмечают поклонники, она словно помолодела. У самой Елены нет родных детей, но относится к старшей дочери Петросяна, своей падчерице Викторине, как к родной. Удивительно, но на фоне развода Петросяна и Степаненко Викторина прекратила общение с отцом, так как она конфликтует с Брухуновой. Более того, Викторина стала еще ближе к Елене, поскольку именно она, фактически, воспитала ее после потери мамы. Сейчас же женщины проводят много времени вместе. Елена часто приезжает в Америку, где живет Викторина. Предполагается, что именно она является наследницей всего, что есть у Степаненко. Доподлинно неизвестно, есть ли у Елены мужчина. Сама же Степаненко предпочитает никак не комментировать личную жизнь. Однако она отмечает, что всегда открыта новому. Более того, Степаненко трепетно относится к жизни, которую она получила после своего тяжелого развода, и признается, что ценит свою свободу.